Светский этикет, культура общения, домоводство. Эти и другие дисциплины теперь может освоить каждая дагестанка. Сегодня состоялось открытие школы благонравия имени Айшат Ахматиловой. В торжественной церемонии приняли участие муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди, представители общественности республики и СМИ. Что же даст девушкам обучение в школе, узнавал Хамза Нурмагомедов. Школа благонравия памяти Айшат Ахматиловой открывает свои двери. На официальной церемонии присутствует муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди, его супруга и советник Айна Гамзатова, а также родные и близкие Ахматиловой. В актовом зале гостей встречают ученицы и преподаватели учебного заведения. Выступающие ученые-богословы говорили о важности женского образования. Инициатор проекта Айна Гамзатова рассказала об идее создания этой школы. Шейх муфтий Ахмад Афанди, он уделяет огромное внимание благонравию вообще в обществе, возрождению таких благих духовных качеств в обществе нашем. И, конечно, человек, с которым для меня лично связаны благие нравы, это мой близкий человек, это Айшат Ахматилова. По характеру это очень скромный человек, который совершал постоянно, каждый день благие дела. Она ходила вот изо дня в день с желанием что-то совершить доброе, что-то благое, где-то помочь кому-то, там индивидуально одному человеку или там целому какому-то учебному заведению духовному. Везде все, что она делала очень скрытно, очень скромно, и об этом мало кто знал. После торжественной части гостям показали просторные учебные классы, столовую и познакомили с образовательным процессом. Школа благонравия будет функционировать как филиал женского центра «Хидаят». Это культура общения, это психология, это домоводство. То есть женщина, идеальная женщина этого мира, чему могут научиться они, все образование, иншаллах, получат и в этом центре, в филиале, и в «Хидаяте». Также будут краткосрочные курсы, трехмесячные и шестимесячные, именно по благонравию. В открытии учебного заведения непосредственную роль сыграли родственники Айшат Ахматиловой. Сегодня мы сделали шаг по развитию нашего общества. Воспитывая дочь, мы воспитываем нацию. Эта школа, в этой школе у каждой нашей сестры будет возможность обучаться таким направлениям, как светским дисциплинам, благонравию, психологию общения, домоводству и многим другим светским дисциплинам. Самое главное – это на основе, соответственно, нормам ислама. Поэтому мне особенно приятно, что вот эта школа будет названа в честь именем моей матери. Также я надеюсь, что каждая капля знаний, которую получит воспитанница этой школы, воздастся моей матери, иншаллах. На самом деле, сегодня, конечно, очень волнительный день для нас, но, наверное, еще несколько месяцев назад мы и думать не могли, что может быть вот такое событие в нашей жизни. Но благодаря Айне Гамзатовой, нашему шейху Ахмаду Афанди, у нас есть такая возможность открыть школу имени благонравия, имени Айшат Ахматиловой. Мать всегда говорила, что все мирское – это не важно. Она всегда говорила, самое важное – это как мы уйдем и с чем уйдем. Школа благонравия теперь доступна каждой. Здесь принимают всех представителей с прекрасной половины человечества, без ограничения в возрасте. И по словам руководства, обучение ведется бесплатно. Школа находится по адресу улица Магомед Гаджиева, 160А. Хамз Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.